Константин из Омска. У меня недоумение по поводу злословия. Как я вычитал, злословит тот, кто говорит о достойных порицаний и недостатках ближнего, даже если говорит правду. Но ведь это не всегда так. А где грань? А что-то часто люди спрашивают о грани. Что, ну, значит... Хочется до какой-то грани себе позволить. А лучше вообще не позволять, и не будет никаких проблем. Ни о ком не говорить злого и нехорошего.